Меня убежала и сказала, you crazy too. Дорожно-транспортное происшествие! А! Что это? Бля! Ну, смотрите, я умер, я потерял 7 долларов. Разве так интересно? Без модов никуда. В каждой игре нужен хардкор. Я не понял, как это... Я не понимаю, блядь. Вы не поверите, но на нашем любимом Dota House появились кейсы с окупаемостью 200%. Даже Миша Миссипи уже успел их открыть. Кейс 300 рублей. Открываем, соответственно, кейсик за 300 рубасов. Чекайте. Окей, 606 рублей, мы нажимаем мой инвентарь, выбираем выбрать все и продаем за 70% 606 рублей, и это получается 419. Тупо плюс сотка. Какого мать его черта, что это такое? Количество кейсов ограничено. Кого заинтересовало, переходим по ссылке в описании. Всем ку. Рафлан, здорово. Гиза за умность, это заранее или что? Так, где я? Кто я? Что я? Не говорили, можно два оружия иметь? Ну, держать сразу. А, стрельба с двух рук. О, револьвер и обрез. Да, нам нужно два обреза. В идеале. Что здесь? Что происходит? Что здесь происходит? Они кого-то грабили? Эти Дрисколы или что? Я убил четверых. Походу, я убил и законников, и бандитов Дрискола. Ну вот сразу, с нулевой секунды, вот уже самая главная проблема. То, что если у тебя нету каких-то модов на реалистичность, как можно вот ролплеить? Допустим, вот в реальной жизни, чтобы я делал, если бы увидел перестрелку? Я бы съебался, ну, как можно дальше от перестрелки, очевидно. А в игре ты врываешься в перестрелку, чтобы получить лут. Без модов никуда. В каждой игре нужен хардкор. Ну, если есть, конечно, если есть возможность. Ведьмаки я таких не нашел. Почему вот в таких играх никогда не делают хардкор? Ну, хардкор режим. Типа с одной жизнью, с балансом на одну жизнь. Почему разработчикам впадлу потратить недельку и сделать это? Агент Пинкертона. Упс. Бля, что делать? Агент Пинкертона. Бля. Там еще. Не понял. Сколько их? Ясно. Ясно. Что, 5 минут слушать или что? Лошадь не убили. Ну смотрите, я умер, и я потерял 7 долларов. Разве так интересно? Я потерял 7 долларов просто, но я же вот умер. Так-то лучше. То есть меня уже нету. Папаня, смотрел ли ты серию Ведьмака уже? Ну смотрел, я написал Рецуху. Что не шедевр? Здорово, три суротка. Но файт-сцены уже пиздатые. Не пиздатые. Одна сцена, одна единственная. Если вкратце, да, 3 с пиздец уродка, 3 с ней в тему, файты хуёвые, кроме, собственно, файти в Блавикине. Ну, то есть, одна файт-сцена хорошая, все, остальные хуёвые. Ну как хуёвые? Ну, типа, на уровне Игры Престолов. Не прям хуёвые, но смотрибельные, но как бы не то. Он девку украл? Чего? И что мне делать? Ну, он первый начал, я не стрелял. Куда? Остановись! Я боюсь к лошади подходить, меня сейчас уебет. Ой, да, она разворачивается копытами ко мне, я знаю такие движения. Не жалко убивать лошадь? Да погоди! Она не успокаивается. Да он танцует, чтобы мне копытами ударить. Он слишком умный! Я не знаю, как это у тебя поворачивается, что у меня копытами сзади. А что я должен сделать, интересно? Эта лошадь слишком умная. Я не хочу ее убивать. Да расслабься. Это тупик. Ну, Белосона кинуть на лошадь. Успокойся. You're right, boy. А у меня передними может ударить? Блин, что-то жесткий. Я боюсь подходить, меня уничтожат. У меня силы закончились. Я не знаю, что делать. Это пиздец. Я не понимаю. Чертова лошадь, она вообще убежала. Энергии уже нету. Как такие проблемы решать? Погладить. Как мне ее погладить? Ура, наконец-то, сработало. Спокойно, спокойно. Успокойся. Все хорошо?
Хорошая лошадка, хорошая. Все, у нее уже репутация повышается. Ну, у меня, у нее. Снять незнакомка. Только не бей меня, блин. Можешь себе ее погрузить. Не, ладно, гость, поговорим с ней. А за что он тебя связал, блин? Я даже не знаю, за что я его убил. Ну я подождал, пока он первый стрелять начнет. Чего? Почему у меня репутация отнялась, если я ее освободил? Там красная, она от меня убежала и сказала «You're crazy too». Я ничего не понял. Такой бред! Почему у меня репутация отнялась? Я же ее освободил. Все прошло на сложничах. Какая-то нехорошая это была, преступница или что? Такой бред. Хотя нет, она же заорала «You're crazy too». Эх, как будто бы я был в чем-то... Короче. Да переходи на изичи. Easy girl. Переходи на изичи. Надо ее почистить. Все, ее почистил так быстро? Найс, почистил. Погладил сбоку разок. На, покушай. О, уровень 2. Поднял доверие. Блин, так она мне названа boy. Это girl. Че за бред? О, знак вопроса. Ну да, учитывая, чем мы занимаемся. Как тебе сказать? Я тварь. I just get so angry about everything. How this is gonna end? Да. Well, it'll only end well if you keep your mind, Arthur. Это что, психолог наш лагерный или как? Судя по всему, да. Блин, и вправду, блин, он так хорошо выразился. Kill a bunch of innocent people. I don't know why. Типа, животных for fun. Хотя на самом деле я не убивал животных for fun. Убивал ради еды для лагеря или ради шкуры медведя убил. Я не знаю, шкуру проебал где-то. Я не понимаю, она испарилась, у меня больше нету шкуры. Дорожно-транспортное происшествие! Да что ты стреляешь в меня? Я случайно, блять! Killed a bunch of innocent people. I don't know why. Я не знаю, что происходит. Это какой-то пиздец. Обязательно было стрелять начинать сразу? Зачем он это сделал? Ну, блин, он спровоцировал меня. Минус карма, когда я его залутал. Я не понимаю, что за бред. Я не понимаю, как в это... Такой бред вонючий. Такой бред тупой. Освободил девку минус карма. Когда его убил, нету минус карма. Когда его залутал, минус карма. Что за бред, блядь? Как может быть минус карма за то, что ты снял с трупа вещи? А зачем они ему нужны? Какой смысл? Зачем трупу нужны вещи? Что за бред? Когда его убил, почему-то не было минус кармы. Но когда его залутал... Кого-то он везет. Кстати, мой этот охотник знает, где... Ты не в курсе, где настоящий охотник? Okay, you must be pretty fast with that gun. What the hell's the matter with you? You wanna die? Ты сразу на меня... Какие они тут все злые! Я буквально случайно коснулся его повозки. Он сразу на меня винтовку наставляет. Сразу заслужил смерти. Какой враждебный мир. Да, помочь. Я уже помог только что недавно. Мне отняли репутацию за то, что я помог. Что я здесь? Я не буду ничего делать. Я посмотрю, как это закончится. Я ебал что-то делать. Как всегда, окажусь виноватым, и минус репутация будет. Это не мое дело, короче. Я устал, помогай пытаться. Просто потерь... Бля... Твою мать, да что происходит? Почему я не могу выйти? Да, твари, я вас убью всех. Сколько их там? Это вообще шок. Суки. На!
Самый бой! Лежать, суки. Везде меня все душат. Пытаюсь помочь, душат минус репутацией. Просто еду, блин, встречаю 5 охотников за головами. Небо плачет. Баунти хантеров хоронить будут. Вот так-то лучше. Вот ты говоришь про два обреза в руках. Один у тебя в штанах. Брат, братан, братишка. Мы тебя очень любим. Жалко, конечно, что тебе не нравятся женщины. Ладно. Чего, блядь, закрой рот? Мы тебя все любим. Ты лучший стример. Чел. Жалко, конечно, что ты первый стример, который признался, что он гетеросексуал. Чего? Как это можно признаться? Разве не наоборот признаются, блядь, или что? И с каких пор у меня в штанах обрез? У тебя, бля, обрез. Ты что, дурак или что? Ты не мог спрыгнуть или как? Ты дурак? Не отнимает репутацию за то, что я спасаю девку и защищаюсь от баунти-хантеров. Награда 300. Не, окей, я совершал преступление в прошлом. Я ж больше не совершаю. Кто лошадь убил? Помогу тебе, а потом мне отнимут репутацию, конечно. Ну давай. Я знаю, чем это закончится уже. Да. Что ты имеешь в виду под этим? Я здесь вроде был уже когда-то. Сколько там? Что она мне дала? Серебряный перстень с эмблемой? Выглядел как бумажки. Странно. Карму за тёлку, потому что ты долго возишься. Долго? He's our new partner. I ain't no such thing. Respective new partner. If he likes Lycan ain't the problem. Trust him is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss here. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Мне денег нету, чтобы заплатить штраф. Там $300. To this clown, what you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen. Минус карму за тёлку, потому что ты долго возился, я подумал, что ты её ёбнуть хочешь. В смысле долго возился? Как только я смог её снять с лошади, я сразу ей развязал руки. Её не смутило то, что я ей развязал руки? Украсть дилижанс. Это мы с ним охотились за медведем, насколько я помню. Намного безопаснее ночью. Okay. Бандитскими делишками Stop. Заниматься. Sure. You go into the house. I'll go find this wagon. Че, он, наверное, спит на втором этаже, правильно? А, нет, он здесь спит. Платиновое кольцо. Sims Good. Пачка денег. Дверь закрылась. О, все, совокупная добыча 46.75. Ну, на второй этаж хочется зайти из жадности. А тут кто-то еще есть? Почему два мужика в одном доме живет? Все? Так легко? Куда мне сесть? Как мне... А, с той стороны сесть, блин. Мы можем ускориться или как? Как их заставить двигаться? А! Чё? Я случайно выстрелил! Я не знаю, как ускорить эту херню! Да не стреляй ты ни в кого, нам же сказали не убивать. Да я случайно... Как я мог понять, что у меня оружие вытащено? У меня вообще был до этого нож активирован. Если бы не случайный выстрел, все прошло на изичек бы вообще. То есть я могу угонять дилижансы и сюда ему их, ну, пригонять и получать деньги за это или что? Ночью пробрался на ферму, и мы обчистили этих ублюдков подчистую. Хули он так доволен по этому поводу. О, домино? А я забыл правила игры в домино, надо вспомнить. Я хочу поиграть. Да, я хочу правила вспомнить, я не помню правил, бля. Почему тут доминошки все... Не понял, я такое домино не умею играть. А, это перевернутые кости просто? Показать костяшки. Так, Боб получает самый высокий дуб. Да я не успел прочитать, блин. Какие правила, как играть в эту игру? Ну, я примерно помню, но я не знаю, как выиграть и т.д. Ну, тут шестерка. Это понятно. Как ставить костяшку?
выбрать положение. Слева или справа нельзя, только сверх-низ. Окей, допустим, вот так. И чё? Как выиграть игру? Что нужно сделать, чтобы выиграть игру? Допустим, вот так. И. Теперь ему только пятерки ставить, получается. У него была пятерка. Я поставлю двойку, теперь ему только двойки ставить. Омега Лу. Вот так-то даун. По-моему, вспомнил, чтобы выиграть игру, нужно избавиться от всех костяшек. Правильно? Четверка, бля. Ну, пятерки у него не должно быть. Отлично. Как он еще две пятерки достал? Как это возможно? Как он две пятерки достал? Чё за пиздец? Бля. Да, я проебал, походу. Но как он две пятерки достал? Чё за пиздец? Это нечестно. Окей. Maybe мне сейчас повезет. У него уже три осталось, а мне конец. Как он сразу достает, блять, нужные? Почему ему так везет? Alright, there we go. Да как у него всегда есть? Так нечестно. Окей. Ouch. Окей. That's not looking up, amigo. Два-два. Тройки у него, maybe, нету. Хотя у него шестерки не должно быть. Давайте попробуем шестерку. Шестерки у него не должно быть. Ха! Отлично. Хотя maybe у него тройки нету. Давайте попробуем лучше так. 2-3 это лучше, чем 6-1. У него единица, наверное, будет. Блять, у него тройка есть. Окей, тогда 1-6. У него точно не будет шестерки. Не, стоп, если я сделаю 1-6, меня... Я сам поставить не смогу. Ну ладно, нет выбора, как бы. Так у меня тоже пас. Ну, у меня одна осталась, у тебя две. Я не понял, а кто выиграл? Я проебал или я выиграл в итоге? Типа, рыба, я не знаю. Я выиграл или проиграл? Я проиграл, я не могу выиграть. А, у него тоже нету? Наименьшее число очков осталось у игрока Боб, который выигрывает раунд. Почему у него опять наименьшее число очков? Чё за хуйня? Почему меня выносит так сильно? Чё за говно? Бля, ёбаное домино. Даже в этой игре думать, походу, не надо. Это чисто рандомная игра. Окей, снова берет. Я почти выиграл. Perfecto. Изи! Наконец-то, разъебан. Это не рыба, это я выиграл по-настоящему. Окей, сколько у меня очков теперь за это? Получаю призовые очки 3? Что? Я ничего не понял. Как у меня 3 очка, у него 18? Я выиграл игру по-настоящему? И чё, опять это рыба? Призовые очки победителю 18? Чего, блять? Я не хочу больше играть. Он всегда получает очки все. Независимо ни от чего. Пизду это, блядь. Я не понимаю. Мне не нравится эта игра. Какая-то херня просто. Я думал, типа, если скинул все костяшки, то пиздато. А я в итоге скинул все костяшки и получил 3 очка. А там нужно 60. Я что, должен 20 раз скинуть все костяшки или что? 20 раз? Это здесь живет эта черная бель. В этих топях. Тут можно утонуть, интересно. Не хочу проверять. Посмотрите на это. Там можно, наверное, утонуть. Здрасте. Не. Well, then you done led them boys here, and you none the wiser. Ah, those bounty hunters. Maybe that's some way. My luck had run out sooner. Well, get inside. I'll tell them you're gone. Oh, no. I ain't hiding from them scalp hunters. Давай их перебьем. I'm from them neither. Я не против. Fighting? Yeah, if it's just me against them, that'd be a waste of time and nitroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right. Get up here quick. Now when I give you the word, hit that. Whole place is wired. Black Bell, I got a contract here for your life or your liberty. We'd sooner it be liberty. That's mighty reasonable, mister. Come here, let me take a look at it. Clown! Oh, come on! Мы только одного убьем этим взрывом. Stop, just there.
Блять! На! У него пулемет! Да как они живут постоянно? Да сдохни, тварь! Штук 9 было, или 10, с пулеметом еще, блин, они с пулеметом на нее приехали. The only running he did was away from a fight, and that's about the end of it. Well, the man's apparently a famous gunslinger. Yeah, so they say. But, don't get what's famous confused with what's true. The ones of us that lived that life, we was too busy being scared for our scalp to talk to no newspaper writers or dime novel men. Well, what were they like then? Those days they all talk about. Same as now, I guess. Все в дырах. Longer ago. All right. I'm gonna need your picture too, if it ain't a trouble. No, sir, no trouble at all. Can't be worse than those awful drawings on the wanted posters. Hell, great. Look, you stand over there and let me get this thing ready. Ready? How do you want me? Like this? Okay, I got it. Then I guess they'll be on my way. There. Well, thank you, Mrs. Bell. You gonna be all right? Oh, been running for 20 years. Suppose I'll be running till I drop. Just the way it is. Good luck. Забавная корга. Так, нужно залутать всех этих дауничей. Пять кладбищ с этих... Миллион крестов. Ну, по-моему, лошадь вот в воде. А, это не похоже на воду, ну ладно. Ну, это вода, но... не совсем чистая. А, блядь! Что это? Бля! Блядь! А! Блядь! Это крокодил! Я могу с него шкуру снять? Ну шкура крокодила, это вообще пиздата была бы. Она ж красивая и удобная. Все? А, я тупой. Почему я сначала не посмотрел... первого левела шкура. За что я крокодила убил? Ни за что. Вон еще один. Давайте сначала узнаем, как их убивать правильно. Пиздец, даун, как обычно. Из чего нужно убивать крокодилов, чтобы шкуру нормально снимать? Превосходную шкуру аллигатора можно использовать для изготовления седла. А с чего их убить, чтобы шкура не попортилась, или неважно? Тебя не смущает, что я делаю с твоим собратом? Плохая кожа аллигатора. Нахрена мне плохая кожа? Это я баран. Окей, это второй левел аллигатора. Второй левел кожи. Давайте поищем левел 3 аллигатора. Для достижения наилучшего результата возьмите лук с улучшенными стрелами или винтовку с длинным оптическим прицелом. Левел 3. Где он? А вон. Он далеко. Я боюсь в воду залазить, когда аллигаторы живут. Он там ныкается. Не, ну нафиг. Они кемперят в воде там сидят. Надеюсь, он не убежит в воду. Подойду с карабином в глаз хуяну. Прямо в глаз. Если он не умрет... это нереалистично. Ясно. Ёбаная игра, блин. Просто хуйнул с карабина в глаз. Чел живой. Пиздец. Найс игра. А! Блять. Что за кемпинг? Ну вот, левел 3. Опять в глаз с лука. Как ты жив, блин? Не убил в голову уже с одного выстрела.
Левел 1 шкура опять. Да ебаный рот! Типа нужно что-нибудь, чтобы ваншотать в голову, правильно? Поэтому у меня шкура постоянно порченная. Убил уже трех аллигаторов, и ни один мне не был нужен, на самом деле. Как посмотреть выбор масок? Ну, окей, вот. Почему не могу посмотреть маску перед тем, как ее покупать? Одно дерьмище накупил. Минус сап уже просто ни на что. Тоже какая-то хрень. Все маски голимые, я ни на что деньги потратил. Потому что нельзя смотреть перед покупкой. Ну, это еще хоть что-то, но все равно такое. Мне не нравятся все эти маски. Обычная бандана лучше, чем все эти маски. Но это опять же буду долго смотреть. Как просто посмотреть? Не покупать, а посмотреть. Ура, здесь можно просто смотреть, в отличие от того продавца. Не знаю. Мне не нравятся шляпы. Это у меня вроде и так есть. Почему не продают ничего годного? Вся одежда какая-то, ну... Так себе. Ну, это неплохая рубашка. Какая у меня сейчас? Как понять, в чем я сейчас, чтобы я мог сравнить? Ну, не знаю. Я не могу сравнить с тем, что у меня сейчас есть. Откуда я знаю, в чем я сейчас одет? Если мне показывают одежду, которую я хочу купить. А можно вообще подтяжки снять? Ну, кстати, кожаные подтяжки, это еще куда не шло. На самом деле. Не хочу никакого галстука. Кофеварка, оружейное масло, живые черви. Для рыбы приманка. Банка с 5 живыми червями, приманкой, отлично привлекающей озерную рыбу среднего размера. Мне нужна удочка, наверное. До ночи сидел в магазине. Он перчатки хоть надел или нет? Ура. Наконец-то я в перчатках. Spends days on board the... В вагон и ресторан заглянуть? Окей. А поезд не уедет, пока я буду искать его? Он здесь должен быть? А ты? Мистер Миднайт? А, поезд уехал. Там моя лошадь осталась со шкурой. Get away from me. Hey. I didn't shoot him in his sleep. No one's saying that. I didn't shoot him in his sleep, and if I did, it was the only way. Not a problem. I'm here about Jim Boy Calloway, and no one shot him yet. I knew you'd come for me. Get away from me. Да, бля. Mr. Midnight. А в чем у меня квест? Его убить надо теперь или что? Лассо у меня при себе? Он спрыгнет или что, с поезда? Чел, ты издеваешься? Я не понял, как это делать. Я не понимаю. Удерживайте. Что удерживать? Я не понимаю, что от меня хотят. Что удерживать? Там. Это правая или левая? Я не понимаю, блядь. Почему нельзя просто стреляться? Почему? Все, я понял. Я вспомнил. Где мой фотоаппарат? Здорово! Я не хочу никуда ехать. Не мое дело. Проезжаю мимо. Че обзываешься? Так сложно не встрять в проблемы,